Так, во-первых, всем спасибо, что пришли, конечно. Вот. Во-вторых, ну, я думаю, все в курсе, но я все равно я должен это озвучить, что сегодня мы сдаем наш проект «Уникум-2». В рамках этого проекта был поставлен эксперимент. Эксперимент достаточно интересный, я думаю, что вы увидите сами, когда в одной команде на сцене играют и дети-школьники, играют студенты, которые уже позанимались в студии театральной, и играют люди взрослые, которые раньше даже, может быть, никогда этим не занимались, но я был приятно удивлен, работая с ними, что они просто превосходно, ну, сейчас сами увидите, влились в этот процесс и очень органичны, и очень интересно работают. И вот такая вот у нас получилась команда. И, собственно, если говорить о пьесе, как она родилась? Ну, во-первых, пьесу надо было под состав подобрать, то есть чтобы все участники были заняты в ней, и чтобы у каждого была достойная роль, не такая, что там кушать подано. Вот, поэтому пьесу пришлось написать специально для этого состава. А тема возникла как бы сама собой, потому что все мы родом, сами знаете, из школы, все мы учились в школе. Вот, всем есть что вспомнить, а кто-то еще это переживает на данный момент. Вот, и вот, вот это вот, можно сказать, по живым воспоминаниям, по живым ощущениям. Мы работали над этой пьесой достаточно близко, принимая все, что там происходит, потому что, ну вот, все участники как-то они отозвались очень хорошо внутренне на все, что там происходит. Да, пьеса откровенная, там она так и называется, пьеса в 15 конфликтах. Вот, их там как раз 15 конфликтов. Вот, то есть там нет никакого присюсюкивания, вот, нет никакого гламурчика, там все достаточно откровенно и жестко. Вот, но я надеюсь, что все честно. Собственно, вот наша цель главная была быть честными, причем честными не только в том, что мы говорим такие-то слова, а в том, чтобы люди были внутренне честные, органичные, чтобы им не врать на сцене, чтобы они по-настоящему, по-честному все это вот могли пережить и показать вам. Ну, в общем, мы начинаем. Спасибо.